Уже в 19-й раз столица Татарстана собирает у себя самых амбициозных КВНщиков игровой планеты. Хотя практика в КВН – дело важное, теорию знать нужно всем. Не зря почти два десятка лет в Казань съезжаются ребята для участия в единственной официальной школе Международного союза КВН, одобренной самим Масляковым. Инициаторами и авторами этой идеи создать вообще школу КВН являются наши татарстанские организаторы КВН. Вот, они придумали это, Александр Васильевич Масляков поддержал. И, соответственно, с успехом проходит, и в год, наверное, выпускается порядка 150 человек, которые проходят эту школу. Здесь каждый может научиться создавать юмор, писать сценарий, готовить визитку, домашние музыкальные конкурсы и, главное, лично пообщаться с редакторами высшей лиги КВН. Наставниками в школе вот уже много лет являются ведущие редакторы высшей лиги, как Михаил Марфин или чемпион высшей лиги Айдар Гараев. Школу должен посетить каждый человек, который вообще мечтает стать чемпионом высшей лиги или хотя бы поиграть в высшей лиге, или вообще просто поиграть в КВН. Ему будет намного проще, когда он узнает самые истинные, самые первые начинания вообще в КВН. Участником школы может стать каждый желающий с 18 по 21 ноября. Анастасия Иванова, Ленардо Влетяров, Универньюз.